солист ансамбля «Балкария», заслуженная артистка Барзно-Балкарской республики Руслан Мусукаев. Чем себя.
старинный карачаево-балкарский обрядовый танец «Хардар». Солисты Анжела Жабуева и Мурат Анахаев. Thank you.
Танец с кинжалами «Дебет» исполняет солист ансамбля «Балкария», заслуженная артистка Варзино-Балкарской республики Ахмат Кудаев. Thank you.
Танец у ручья Сандрах исполняет женский состав ансамбля и солист Нюрмухаммад Эликуев.